Сейчас я нахожусь на пляже Хардрин или Хадрин, Хардрин, по-моему. Вот, в общем, сейчас здесь просто обалденно чистая вода, широкий пляж, белый песок, ну просто баунти, можно сказать. Вот, люди спокойно купаются, гуляют с детьми, все отлично, но вечером здесь начинается полная вакханалия. Этот пляж еще известен тем, что здесь проходит вечеринка под названием Full Moon Party. То есть это вечеринка, которая проходит каждую полную луну, каждое полнолуние. Сейчас она будет, ну вот я снимаю сегодня, где-то она будет через неделю, там может больше дней, я уже не помню. Ну не знаю, попаду я на эту вечеринку или я уже уеду на другой остров, посмотрим. Но здесь, кроме самой этой вечеринки, Full Moon Party, здесь еще постоянно, я не знаю, каждый день там или только или там по каким-то дням, ну вроде бы как каждый день, здесь постоянно всякие дискотеки, музыка, люди бесятся, вот. А днем потом это все превращается в обычный такой скучный пляж, где все просто балдеют, загорают, кайфуют. Вот, как-то так. Вот такой вот пляж. Здесь, конечно, очень красиво. Пляж небольшой, но вот если посмотреть, вода просто идеально чистая. Вода отличная, люди купаются. Пляж, сам песок просто такой чистенький, мягкий, белый. Пляж супер, мне нравится. Я на самом деле хочу, конечно, приехать здесь покупаться, там, наверное, на каждом пляже. У меня есть одна проблема. Так как я путешествую в одиночку, мне некак оставить вещи. То есть единственный вариант — это там, допустим, где-то здесь разложиться и потом зайти в воду, ну и, допустим, покупаться, но при этом следить за вещами. Ну так еще можно, это если просто покупаться. Но мне еще хочется понырять, у меня же теперь маска есть. Но если нырять, то так уже вещи не оставишь. Вот. Я не знаю, мне, наверное, надо будет оставить все вещи, взять одну маску. Дело в том, что я беру всегда с собой как минимум смартфон, потому что там карта, как проехать, да, к какому-то пляжу. Ну, к этому пляжу легко проехать. Он там находится в 4 километрах от меня, просто по прямой едешь и все. Ну, такой вот красивый пляжик. Надо будет еще вечерком сюда подрулить, посмотреть, что тут происходит. Я сейчас пытаюсь доехать до вьюпоинта, который находится где-то над пляжем Battle Beach. Вот. Не знаю, получится на него доехать или нет, потому что часто бывают вьюпоинты, ну, находятся в таких местах, что туда только на квадроцикле разве что можно проехать реально. Вот. Поэтому не знаю, но попытаюсь. Бляха,
меня тут приключение сегодня. Я пытался там на один viewpoint сгонять. И там был такой спуск, ну, примерно с вот такой вот крошкой. Как здесь вот. Такой песок с камешками такое. И там был спуск. Ну, и, в общем, он был такой очень серьезный. И я на тормозах так потихоньку спускался. Но в итоге меня занесло. И я упал. Ну, я не особо, то есть скорости там не было. Ну, он локоть раздолбал. Это мелочи. Но самое главное, это то, что я поцарапал байк. Получается, вот здесь, где выхлопная, вот эту деталь я поцарапал всю. Ну, здесь это такое, там, по-моему, было уже что-то. Вот. Потом крыло, вот тут вот немножко. Но мне кажется, если его шлифануть, можно убрать. Ну и самое основное, это вот. Вот это я раздолбал, и вот это я раздолбал. Ну, получается, детали все целые, но они все исцарапанные. И исходя из того, что я только что читал там на форумах, на сайтах, что за это могут залупить там бешеную цену, и скорее всего так и будет. То есть, что часто, ну не часто, а эти тайцы зарабатывают на прокате не на эти, там, не за эти там 200 бат, которые они там берут за прокат каждый день. А они больше зарабатывают на этих царапинах и на всем остальном. Так что, ну, конечно, хорошо, что я зафиксировал вообще все царапины, которые были раньше. Но так как я навернул новых, то это может стать проблемой. Но я ставил залог за этот байк 10 тысяч. Они могут просто сказать, там могут залупить больше этих 10 тысяч буквально за пару, ну, за эти царапины, спокойно. При этом там в реальности даже замена этих деталей может стоить там в разы меньше. Так что я не знаю, чем это закончится. Мне этот байк сдавать там сколько, дня через 3. Но я решил прямо сейчас поехать в мастерскую. Нашел там на сайте, вроде бы пишут, нормальная мастерская. Поэтому хочу сгонять туда. Хотя бы, чтобы он сказал, сколько это стоит. Там замена или что-то такое. Потому что мне это все нужно сдавать. И нужно знать, что почем. Ага, мне кажется, вот эта вот красная штука еще и даже с места немножко слетела. Может, назад ее хоть посадят. Вот, в общем, вот так вот. Ну, еще есть вероятность того, что хозяин этого сервиса, где я сейчас буду, он может позвонить этой в прокат и меня сдать. Но, ну, есть такая вероятность. Да ладно. В общем, больше 10 тысяч, я думаю, это не обойдется. По крайней мере, паспорт я в залог не оставлял. Я просто... придут, я тогда просто возьму, оставлю этот байк и свалю. Вот, ну да ладно, поехали. Ну что, сгонял я в эту ремонтную мастерскую, там он сразу же сказал, не-не-не. То есть они там занимаются только, ну, таким ремонтом, видно, двигателя, тормоза делают, а по кузову они ничего не делают. Я вот это профигачил через весь остров, блин. Эту мастерскую, не знаю, сейчас в чате спросил, может, кто-то что-то подскажет другу. Ну, пока что еду назад на свою часть острова. Вот, в общем, на крайняк, если что, поеду просто как есть. Ну, посмотрим, что они скажут. Если, если они более-менее порядочные, то не будут там цену вламливать. Если же нет, то, ну, то нет, то значит лишусь я своих денег, которые в залог оставил. Самое главное то, что я паспорт в залог не оставлял. То есть я вот читал там на форумах, так там люди царапали байки, им там лупили по 25 тысяч за там, ну, за царапины именно. Это не за то, что там разворотил байк, а именно за повреждения, вот такие, за повреждения пластика. Им там лупили 20-25 тысяч. И они там еле-еле как сговаривались тысяч на 15. И им тогда отдавали, ну, паспорт. У меня сумма ограничена 10 тысячами. То есть я могу подъехать, оставить ключи, развернуться и уйти. И все, и никто мне ничего не сделает. Она знает, но я ей говорил, в каком отеле я проживаю. Ну, что она мне сделает? Ничего. Вот. В общем, вот так вот.
Естественно, даже 10 тысяч за такие царапины — это будет очень много, не так как, ну, тут буквально одну деталь так прям, чтобы поцарапал, а все остальное там на крыле там полируется, а сбоку, там где я еще немного поцарапал, ну там были уже царапины, вот как-то так. Ладно, посмотрим, что будет, едем дальше. Ну что, вот я ехал назад, увидел такую вот ремонтную мастерскую. Вот. И ребята, в общем, выставили мне ценник за прям, ну, они ремонтировать даже ничего не будут, они просто все заменят. То есть за замену всех этих частей мне залупили 2300 бат с работой. Я не знаю, много это или мало, но я точно знаю, что приехав туда, куда я буду сдавать мопед, скорее всего, я уехал бы без своей десятки. Вот. Поэтому я лучше здесь отдам 2300 и буду как бы спокоен. Вот. Скорее всего, даже и там с меня еще кое-что сдерут, потому что там есть кое-где еще такие небольшие царапинки, но я не буду менять там пол байка из-за там каких-то небольших царапин. То есть там даже есть место, на котором уже были царапины, но я как бы еще немного докину, добавил. Вот так вот. Надеюсь, все будет нормально. Так, ну что, ремонт мне сделали, вот, все как новенькое. Единственное, вот здесь момент, там, я так понял, внутри защелка вот на этой штуке была сломана. Вот тут тоже как бы трещина, но я не помню, ее, по-моему, не было. Вот это я трещину и вот эту фигню, наверное, посажу на суперклей нафиг, да и все. Вот, а так здесь вот ручка новенькая, зеркало новое. Крыло даже новое. Вообще сначала 2200 была цена без крыла, или 2300, там 2330 цена была без крыла. Потом они там делали, потом он подъехал, говорит, так что, крыло будем менять? Я говорю, сколько? Он мне взял, набрал на этом, на своем калькуляторе. Я увидел, что 380 бат. Ну, думаю, хрен с ним, уже делать так до конца, 380. Потом он сделал, приносит, считает мне, и он мне крыло считает 880 бат. Я говорю, ты же говорил 330. Нет, 880. Ой, я говорю, ты же говорил 380. Он, нет, я говорил 380. Ну, то есть, или... Ой, ну, он говорил, что он 800 говорил, 80. В общем, не знаю, или он меня развел просто, или я действительно так глянул-то, это и все. Вот, не знаю. В общем, за ремонт я заплатил 3210 бат. То есть это $100. Я попал вот на 100 баксов. Но на самом деле сам виноват. То есть поперся там, где не надо было. Это не то, что я там на скорости, просто на мелком вот этом гравии камнях меня занесло. Я там на минимальной скорости упал и поцарапал эту всю фигню. Ну и локоть себе повредил. Также я еще забрал у него все эти запчасти, которые он мне поменял. Я забрал поцарапанные. Мне они нафиг не надо. Но после вот этих приколов с крылом, когда я помню, что... Ну, я думаю, тогда я возьму... То есть запчасти, они все целые, все эти части, которые мне поменяли. Просто их перекрасить. То есть любой человек, если бы это был мой байк лично, а не арендованный, я бы его даже не менял. Вот. То есть это просто поцарапанные части. Их можно там баллончиком, блин, покрасить. Там, или вообще не трогать. Я просто решил забрать. Он сначала начал мяться такой. Да нет, это ж все уже, типа. Я говорю, так все, я тебе за них заплатил. Давай мне. Он мне с горем пополам эти мои все запчасти отдал. Вот, я их забрал. Не знаю, сейчас они пускай лежат. 25-го мне байк отдавать, я пока ничего не буду делать с ними, вот, а потом, когда 25-го байк отдам, я просто в чате, там, где русскоязычный панган общается, в чате в Телеграме, просто кину объявление, и, может, те, кто здесь живут именно, у них есть свои байки, пусть приедут, просто заберут их бесплатно, эти части, вот. Вот такая вот веселая история у меня сегодня, веселый день. На самом деле, я замотал эти части, потому что я сейчас буду ехать мимо того проката, где я брал байк.
Ну, не знаю, если они меня сейчас на ходу остановят, значит, глава мастерской меня сдал, позвонил. Ну, неизвестно. Но я не думаю, что он позвонит все-таки. Я так понял, что они не берутся делать арендные байки. Видно, здесь как-то такое негласное правило, может, что, типа, если вот турист, там, фаранг падает на байке, там, счесывает его, то на этом зарабатывают те, кто сдают. То есть то, что я попал на $100, это, конечно, обидно, неприятно, но на самом деле, если бы я с таким поцарапанным байком поехал бы в прокат, то, скорее всего, мне бы там влупили, ну, могли бы пятнашку влупить, сколько угодно. Вот, вот так вот весело сегодня было. Ну, ладно, обидно, но хрен с ними, с этими деньгами, заработаем еще. Главное, что сам целый, ну, это я не считаю, это царапины. Сейчас приеду домой, еще раз промою, и все окей. Все, теперь мне нужно еще заехать вещи забрать из прачечной. Вот, и можно ехать домой. Так, сейчас где-то начало 10 вечера. Сегодня четверг. О, сегодня был веселый день. Я съездил на пляж Хадрин. Там чуть-чуть поснимал, прогулялся. Потом поехал в другое место. Пытался заехать на один бьюпоинт. В итоге упал, поцарапал байк, разбил локоть, потом отремонтировал байк, отдал $100. И теперь сейчас я хочу съездить на пляж Хадрин снова. Только уже вот в такое время, начало 10-го. Я хочу посмотреть, там каждый день тусовки или не каждый день, так как сегодня четверг. Не знаю, посмотрим, есть ли там какие-то гулянки. Если какие-то есть, посмотрю, что там к чему, и возможно останусь. Я должен уехать на Самуи и буквально там на следующий день full moon party. Может быть, то, что там происходит, мне там понравится, и я там, допустим, потом останусь на full moon party. Посмотрим, я не знаю еще. Вот такой вот план. Ну, сейчас я просто хочу туда съездить, просто поснимать, посмотреть, что к чему. И вот так вот. Так, ну я приехал на этот пляж. Пока что тут что-то непонятно. Или я рано, или сегодня нет движухи. Там вон музыка какая-то играет. Ну фиг его знает. Ну вот здесь продают знаменитые эти ведра с разным пойлом. 100 бат. Водка, спрайт, кола, джин, всякая фигня. Так. Вот, зазывалы сидят, зазывают. Так, ну вон ультрафиолетовое одеяло какое-то. Так, ну, столиков, стульев расставлено много, а вот людей на них нет. Но если они так, как сказать, если они так активно все расставляют, вполне возможно, что чуть позже народ подтянется. Я не уверен, но может быть. Вот, это тот же самый пляж, который сегодня я уже посещал, и здесь вообще было спокойно, так все гуляли на расслабоне, загорали. Ну а сейчас здесь музыка и ультрафиолет везде. Ну, в общем, все довольно, так сказать, плачевно. Я не знаю, во сколько здесь движняк начинается. Может, они тут только часов в 11-12 начинают беситься. Кто знает. Ну, просто столько всего порасставили,
всяких точек, где продают. Все так стараются, и никого нет почти. То есть для кого они стараются? Возможно, на выходных здесь будет лучше. В субботу. А завтра пятница. Ну, завтра, наверное, может. Обычно же как у нас народ. В пятницу, в субботу бухают. Может, и здесь эта привычка такая. Ну что сказать, несмотря на то, что здесь сейчас довольно скучно, можно, ну так, немножко представить, что здесь будет, когда будет full moon party, когда здесь будут тысячи людей. Будет, наверное, довольно неплохо, потому что уже видно, что люди даже в обычный день стараются там сделать какую-то движуху, что-то свое придумать. Где-то вон столики маленькие, люди сидят на ковре. Ну, в общем, неплохо. Наверное, здесь будет хорошо, ну, хорошая вечеринка, и она здесь, ну, не наверное, она стопроцентно будет крутая. Не знали бы этот остров тысячи людей, именно как о вечеринке там Full Moon Party, этот остров и славится этой вечеринкой. Вот. И в интернете куча видео о ней. Не знаю, может, я и останусь, это будет буквально вот еще несколько дней. То есть, если я здесь задержусь на пару дней, выеду на саму и попозже, то я попаду на Full Moon Party. Ну, есть большая вероятность, что я так и сделаю. Приду здесь, поснимаю, вот, побешусь с народом. Ну, а сейчас я буду отсюда уезжать. Я как бы приехал, посмотрел. Делать мне тут нечего. Выпить там ведерко с бухашкой я не могу, потому что я за рулем. Вот. Поэтому поеду я домой отдыхать.